похожа дорожка на объездную из Зеленодольска, как вот ехать, если из Ишкаровы в Казань. Раньше надо было Волжск, Зеленодольск все объезжать, проезжать. А теперь там сделали. Прорубили. В непроницаемом марийском лесу. Вот дорога очень была похожа. А сейчас уже не похожа. Сейчас у нас уже что-то... Видите, какой-то лесоповальщик. Это у нас вот как раз Данки или Данки. Я не знаю, как их правильно называть. Может, у кого у местного спрошу. Ну, видите, вот особняк строится. Вот остановка. На остановке какие-то люди. У нас трансформаторная будка в Гуши. Ладно, пока двигаемся. Ну а что, смотрите. Ну а что? Неплохой дом. И вот тоже неплохой. И вот неплохой. Какой-то спуск, вышка сотовой связи. О, и Пятерочка выручает. А, трехэтажные дома, даже четырех. Недурно, недурно. Террасный заповедник тут. Пропускное бюро. Ну и что? Тут, кстати, зубры.